дело. Наверное, тебе нравится работа моего брата. И очень зря. Ah!
Сзади оборотень! Печатали все три разрыва в пространстве. Как ощущаешь? У меня пальцы отваливаются. Ты растешь, Атрей. Это было непростое дело. Можешь гордиться собой. Да. Спасибо, отец. Нужно что-то новое перед... Знаешь что, Синдри? Мы закрыли разрывы мира. Что? Не может быть. Правда? Нет, я не верю. Да, потратили кучу времени, но запечатали их. Невероятно! Нужна такая сила? Он говорит правду. Нет, врать вы не станете. Что ж, тут можно только сказать спасибо. И Вальди с сыновьями тоже бы вас поблагодарили. Я могу сделать что угодно.
еще почистил. Подарок. А то это кровище. Не забывай мыть руки.
Да, парень. Совет Валькирий. Валькирий же из Вальхаллы, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Все верно. Вальхалла — великий чертог Инхериев, родной дом Валькирий. Но там они на виду у все отца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Попробуй положить шлем Валькирии на трубу. Вернулась. Она тебя не слышит, парень. Видимо, в шлеме осталась только частичка его владелицы. Я думаю, сама Валькирия отправилась в Вальхаллу, чтобы попробовать навести там порядок. Эй, кто это? Гунд, хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаллу. Тяжкая задача, но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Все так. Конечно, ей помогали сестры. Но Гун всегда являлась первой. Ее суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма ее ценил. Она была его любимицей. Гёндуль. Прекрасная Гёндуль. И? А? И все? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхалле ни к чему. Это Гейрдрифуль, мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. Инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот с такими-то вояками. Это, друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Это рота, избирающая убитых.
Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, гун, скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхале. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. А, тут у нас Гейр, целительница. Валькирия-целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной, ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхалу. Но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхалы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях. Yeah!
Спасибо, друзья. Вы спасли Валькирий. Сигрун, как все это вышло? Мимир, это ты? Тебя освободили, но... За свободу надо платить. Это правда. Бесчисленное множество зим мы служили все отцу. Но только благодаря его союзу с королевой мы получили долю свободы. Королева не ты? У Валькирии только одна королева. Богиня Фрейя. Когда Один обрезал ей крылья, я служила вместо нее. Но всеотцу этого было мало. С помощью древних чар он наслал скверну на моих сестер. Я пыталась уменьшить ущерб, заточив их там, где они не принесут вреда, но... Я тоже потеряла себя. Сигрун, мне жаль, что я не сумел помочь. Мне надо было попытаться сделать хоть что-то. Что будет с тобой теперь? Я должна объединиться с сестрами. Вместе мы восстановим равновесие в мирах. Валькирии будут вечно вам благодарны. Ну, мы помогли им, кажется. Ты как будто не рад. Сложно радоваться, когда от тебя осталась одна голова. Я благодарен вам за то, что вы освободили Валькирии, но всего этого можно было избежать, если бы только... Ты сам сказал, голова. Это уже не важно. Прошлое остается в прошлом. Ого, а ты нынче прямо благодушен. Конечно, я доволен. Гномы пустят шлем в дело. Да, у твоего папаши одна песня. Есть такое.
Так Фрейя королева Валькирий? Она нам не говорила, и ты не говорил. Объяснись, голова, или снова чары мешают? Вовсе нет. Фрейя и правда была королевой Валькирий. Они были частью свадебного дара от Одина и преклонялись перед могущественной богиней. До сего дня я даже не знал, насколько. Готов! Полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. Бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались сожрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую.
Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Можно причалить здесь. Надо ближе подтянуть. Один мог спрятать твой глаз. Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержит. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба? Просто выдумка, богов. Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Подадим знак. Держись крепко. Что это?
Но это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! За нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О, нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ах!
начинается! Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот! Обожаю!
Отпустите! Я не допущу, чтобы вы с сыном пострадали! Сын! Кристалл! Атрей! Атрей! Я здесь! Я жив! У меня все чудесно! Никогда не чувствовал себя столь живым! А? Прекрати! Криво! Будет так приятно и так здорово! Поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже Всеотцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Oh!
Слушай, я придумал! Сын? Ты молодец! Он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься.
Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он... Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось делать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. В последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм. Что значит, дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, небось. А почему Амела разбила чары? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости.